Настала пора выпускных. Прощаться с любимыми преподавателями, одноклассниками всегда грустно. И все же выпускной – самый долгожданный праздник. Ведь после него начинается взрослая дорога. 28 июня свой первый выпуск провожал и IT-лицей Казанского федерального университета. Каждый из вас – это личность. И хотелось бы вас попросить о том, чтобы вы не забывали друг друга, не забывали и лицей, и город Казань, и Республику Татарстан, и федеральный университет. И всегда помнили, что вам дало каждое из этих даже не слов, уже не наименований, а больших позиций в вашей жизни. И хочу сказать, что большому кораблю большое плавание. Тимрабулат Самирханов также рассказал выпускникам и их родителям о результатах ЕГЭ и итогах обучения, после чего благодарственные письма, дипломы и аттестаты были вручены своим владельцам. Видно, что выпускники будут скучать по своему родному лицею. Годы прошли очень быстро для нас. 4 года мы здесь, и они прошли очень здорово. Мы многому здесь научились, можно сказать, росли здесь, воспитывались здесь, в этом лицее. Это больше, чем школа. Это то место, где мы отдыхали, где мы учились, где происходило все в нашей жизни практически. Мы этот лицей полюбили по-настоящему. Он действительно дал нам так много, что я не представляю, как у нас сложилась бы жизнь без него. Потому что сначала, когда мы уходили, было страшно. Мы переживали, то есть старые школы бросать ради какого-то нового заведения. В итоге это все оправдалось, все это многократно увеличилось, то, что мы представляли об этом. Это очень круто, что, ну, вот, как нам директор сказал уже, Рустам Нургалиевич, вообще все это КФО, все создали, это очень здорово, это просто большое спасибо им за это все. Стоит обратить внимание на особые отношения между преподавателями, воспитателями и учащимися IT-лицея КФУ. Между ними есть прочная связь, которая позволяла с пониманием относиться друг к другу. Я воспитатель по вечерам, все время с ними, все время дает советы, как в жизненных ситуациях, ну, что делать в жизненных ситуациях разных. Честно говоря, не представляю даже, вот как и без них уже, я тут 4 года с ними. Вот, и, ну, очень тяжело, наверное, будет. Посмотрим. Много эмоций. До 2 часов ночи писал стихи. Ну, и я думаю, что я их запомню на всю жизнь. Это мой первый выпуск. Впереди выпускников ждет поступление в университет. Следующий важный этап их становления. Желаем им успехов. Адиля Валеева, Ленардо Влетяров, Универньюз.